и сопроты хила. Короче, по две спада фласки и по два сопрота. Ну, РДД по две спада фласки и один сопрот, а хила по два сопрота пока что. Хорошо. Кстати, вчера ЦЛК добили, да? А, подождите, не кидайте трейд, пожалуйста, одну минуту дайте. Нет, не добили. Обмен печеньки будете давать. Вот сюда троллю, короче, обмен. А по фласке сейчас я возьму 8-8. А по фласке мне... А, под... ну да, накидайте. Саппорт даю сразу, это нану. Ого, это Йоката, я надеюсь, вы с Фридомом? Да, я с Фридомом. Да, еще. Окей. Две такие. Мы ж профессионалы, блядь. Обмен за пласки быстрее, еще КМАП нужен, я не сопротивляюсь. Ну, миллиарды. Кто-то из двух рог будет опуливать также копателю на этом. На нубе. Два будут человека. Это делать. Сейчас скипнем. Напомни мне, пожалуйста, чтобы я тебя потом, ну, и поначислил, у тебя спалнинги отдельно. Так, демон есть, сова есть. Подожди, ну-ка, стоп. Вот так. АП есть. Собрать не нужно. Просто, АП есть, Мелихаст есть, это есть. Все, по бафкам вроде все есть, нахуй, да и... Да. Да, в принципе, все есть. Это я сейчас закину. Не переживай. У вас так много, я ебал. Я просто еще не до конца разобрался по плате. Так. Теперь, короче, это все тут были или кому-то надо объяснить, что тут делать, что вообще происходит и так далее. Я надеюсь, таких нету людей. Объясню только нюанс. Выходят черви, РДД становитесь по меткам, которые я скажу. Пятая пати хилы, будете в печеньке стоять. Третья пати трусы. Четвертая пати РДД крест. Великие. Стоите все время там в квадрате в стенку спиной. Фонарий. Блять, хуй его знает. Ладно, танчики слотные. Я жутко заберу. Кислотно только так отвернешь. Когда я говорю рейндж набрали, значит набираете рейндж, разбегаетесь и хилам оставляете центр. Это когда жутко будем добивать. На реве я озвучу, уберете нахуй своих всех петов, потому что они тут как-то криво начали работать. Что-то там Сирус опять сделал. Чтобы не сидеть, не вайпаться. И отбегаем от него. Вообще на полно. Ну, не глючит или два Dungeon Master, да? Глючит. Ебать, творится.
Купирую. Нет, Анчик. Нет, куберу еще. И себя тоже нет, куберу. В лужах не стоим, слушай, раз выходим, блядь. Что за чего, хуйня? Блядь? Ебать, я крылья отдал. Прискорбно. Что? Это не, ну я и минус попытка, лол. Ну я видел, пишу, типа. А чё? Такой вышел чисто нахер такой вышел. Пизда, я такого еще не видел, нахуй. Да не, босс не мертв, можно обновить. Данные подземелье сохранено. Он засчитался, что мы проебали. Да. Дальше попробуй. Похуй, хуй с ним, да. Что не говори, мы пофиксили. Это больше не работает. Пойдемте пока в Маги Грул, напишем репорт в випке, и они рассмотрят буквально минут 20. У нас, да, мы понимаем, не у всех есть проходки. У того же Журба нету, там еще кого-то, я не помню там. Ну, похуй, напиши, мастер, по сути. Так, в Маги Грул ХМ разве ВК нужен? Да. Бля. Нужны ВК. Поэтому, ну, забейте хуй на эти плащи, скорее всего, там побольше. Если хотите, я напишу тикет. Надо написать, да, пусть рассматривают режим онлайн, пока мы данную будем. Да тут есть люди, у кого есть вип-раздел. Дело не в этом, типа написать можно. Но, блядь, это, конечно, пиздец. Да, опять не хочет, смотри, опять не хочет. ГГ показать. Нормально. Сложи, выходим, не стоим. С набагами в медозон. У кого огонь стоит, паладин? Ни у кого. Кана, выйди, блять. Поставьте огонь. Окей. Шан. Шан, выйди, служи, блять. Что больно, тем не добить? На пол сейчас на фонаре пол даете. Пол на пол на фонаре. И бьете этот кислотный. В жутку вы можете обдотать, когда вы сейчас уже по меткам стали отдали. Геру дали пол ДПС, перепот и бурсты и все отдали. ДПС по кислоту. Сейчас хилы разморожу. Подождите, сейчас пустим. Подойдите в троху. Все, разморозь нормально. Первая пати миликов, идите добивайте кислотную. Фонари забери жуткую. Пока что у тебя кислотная. Остальные играйте в себе по жуткой. Хилам центр поставьте, РДД влево-вправо разведитесь, наберите РМ-10. Лужа милики аккуратно кислотные. Не убивайте просто.
Раньше набрали, разбежались. Раньше набрали, разбежались. Быстрее раньше набрали. Рейндж держим. Дал я весь баунд. Данган мастера прохил. Нажми кош. Ну, по-моему, скинь, все краснело. Не заберу фонари. Будешь ловить рева. Смотрите, он около лужи выкапывается. В лужу не зайдите, милики. Рядом лужа есть. Жу, уйди, буду поворачивать ту сторону, чтоб тебя не убил это игроготно. Так, лужу вывожу. Готовься фонари ловить, рева. Лови рева, почит орды, поворачивай его. Ну, вот примерно печеньку ставь его. РДД. Не-не-не, почит орды, блядь, не щит альянса, щит орды, печенька метка, видишь? Ладно, я сам заберу. Да. Юката, я первый, Фридом, ты второй. РДД, 7 метров рендж, 7-8 метров от босса, милики въебало, пока бейте. Все, отверни, чтоб милики могли бить в жопу. Ладно. На фонари, блядь, лучше вообще тогда ничего не делать. Что ты делаешь, честно? Нахуя ты миликом ворочаешь? Они стояли и так в жопу били. Ой, блядь. От жопы бежали все? Где он, блядь, стоит, нахуй? Он в решетке. В дверях стоит. По боссу поехали, в ДПС. Следующий, если будет. Не должно, по идее. Но я на всякий случай сейчас подведу, милики, там в жопку станете, если подвину сюда. Не стойте в решетке, неудобно туда выгонять. И петов аккуратно. Лучше уберите. Побежит в пачку, попадет в петы, будет это хуйня, мини-берсант ебучий. Отбежали от королевы, она там со всеми стоит. Босс, поехали, по ГП. Старайтесь под углом стоять, но в жопу бить, чтобы при этом не откинуло назад, куда ли меня. Все, теперь похуй. Столбик бежит около щита орды, от столба этого отбегаю, я лужу еще кину. Медвай. Напоминаю, шмот может, о, этот, рецепт, сферы, трофеи можете нидить, от шмота отказывайтесь. Я сферу очень занидил. Я же говорю, сферы, трофеи, рецепты можете нидить, от шмота отказывайтесь. А, все. И, кстати, сейчас во время боя Пета ни лок нихуя не может отпустить. Может, они опять что-то сделали? Да поддержу, у меня тоже не отпустился в бою. Я убрал нормально, все получилось. Не, я помню, когда ходили в это ВВК еще первым рейдом. Все нормально, хуяк, на следующее КД выходит какой-то фикс, но и эта хуйня, что-то там... В щит врезается и берса нахуй. И, заебись и было. И бить нельзя еще было. А, и да. Бить еще нельзя было, но думаю, охуенно. До сих пор иногда есть баг, то что она просто в щит заходит и вверх-вверх поднимается. Ребят, кто-нибудь писал на форум? Я не писал, честно тебе скажу. Я сейчас быстренько напишу, скажите, когда там 15 секунд останется. Угу. Бля, будет печально, если вы 49 закроем сейчас. Сука, обидно будет. Чуть-чуть. Да. Да похуй. Да должна вернуть попытку.
Баджа, я тебе буду поискать. Я не уверен, что не смогут вернуть попытку. Они могут просто там рандомный какой-то лут сундука просто сделать и раскинуть его. Вот. Если мы закроем 49 из 50, но больше не уйдем. Это надо видео им предоставить, без видео они ничего не сделают. Типа то, что он вышел и зашел назад. У нас свой вроде записывает. Да, есть видос, типа, если что, нахуй. Если вам надо, но это, что это вам даст, ничего не даст. Ни шмот, ни... Да это типа, ну, ребят, если мы дойдем до нуба, 40, ну, закроем его 49 из 50, типа, то тогда есть смысл, ну, с ними там поспорить, и чтоб они мод ебали. Ну да, только в этом смысле. Канари, ты на трэш, дружок? Нет. Да. Нет, нет там. Уступаю. А, Найс сказали. Да, свечкали. Что они тебе сказали? Ну я попросил сказать, я же пишу в репорт. А, да ладно, похуй. Блять, не... Врата быстрее заубили? Бейте быстрее врата, ребят, в чем проблема? Баба вам уешен, он не костыкит. Просил рейд. Просил. Акума метка. По бабам большего я. До вулкана не должны сдохнуть. Когда скажу, нажмешь ему надо. За Григорина выбежали. Добили баб быстрее. Блин, Раша прохил мне. Приготовились миленькие вулканы. Сейчас скажу, как. Все, милики, пошли вулкан уже бить. Пошли. Влились в него. Дали фолды проект. Все вулканы свечную залили. Алайс баунд. Фонарь, жми сакпо. Жми мана Гвенчхан. Играйте по которой ближние вот эти миликваны. Данганмастер кош или выбежал? Быстрее убили. Быстрее убейте Келема сзади, который и спереди. Он сзади и последний остался добить. Или зонь. Угу. Дальше вас видите. Загребули на метку прохил. Элен выбежал. Ворота свечнули, заехали быстрее. Больше ТПС по вратам. Дайте стан по вратам, хош паладин. Угу. Играем по боссу, бабу вешу. Узур хош или выбежал? Стаки сняли быстрее, Майк. В чем проблема, блядь? Чего вы так долго стаки снимаете, блядь? Взял шотнул мне два человека. Что вы в ФК нахуй стоите? Ладно, бэрить кого не надо. Мы будем давать ген. Объединён, будем на. Свипса прокил метку. Убей милики, вулкан, пошли бить. Вылились вулкан, Геру дали, УДПС. Шаман, Геру, прием, блядь. Шаман, нахуй. Алло, блядь, Гера, нахуй. Айсба, этот, Сокру нажми. Сука, фрик, нахуй. Долгим. Эман огонь нажми. Убивайте быстрее, хуйню. Спейси побежал. Босса играть. Стаки сняли быстрее, тоже. Бежу метка. Эль, он побежал. Добиваем босса, портал не исключен. Ничего не появится.
беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы хотите Орды фиолить? Да, Рецу забирать можно. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише, успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Дайте ребаф, рыбку, плюс каску, лапку, интеллект. Каски не хватает. Приступ. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Так, ребят, а где можно видос посмотреть? Какой? Ну вот, говорят, есть видео. Я не стримлю, я просто записываю. Ну, ты можешь скинуть кусочек? Нет. Так, а ну, смысл записываешь? По крайней мере, не сейчас. Ну, через там там Вема ответил, короче, хочет видос посмотреть. И что? Смысла нету, ребят, от этого. Надо в конце уже, если мы пройдем, Ануба будет 49, тогда уже все что-то писать, отправлять. Сейчас, да, заставить заранее проходить, заново проходить просто. По-моему, это вообще бессмысленно. Они же не сгенерируют. Так они плащ тебе дадут. Они добавят попытку просто и сгенерируют сундука вот этот плащ там рандом. Да. Ну, скорее всего, так и будет. Ну, так Ануба надо как раз... убить? Они... Ну, конечно. Ну, они ты... как раз, как мы к Анубу подойдем, они решат проблему. Угу. Если будет видос. Блять. Я ему написал, сейчас... что без видоса, блядь. Не знаю, я сейчас бы не... Ну, нет смысла сейчас что-то делать. Понимаешь, у меня на очереди видосы стоят в YouTube заливать, я не могу вне очереди его залить. Могу ВКонтакте залить. Я могу короткий отрывок ВКонтакте залить. Ну, если кто-то может скачать, не знаю. Нет, закинь на сервер так. Просто. Можешь на Google Диск закинуть. На нет, на обменник, или на Google Диск, да, или вот на этот, на Drop Me Files, просто бери Drop Me там. Закиньте ссылку на этот дроп, мне сейчас попробую вырезать отрывок. Да, блядь, давайте тратить, потому что, ну, типа, упадем, это нахуй не надо будет. Ну, так-то да, давайте. На Анубе уже тогда вырежу. Спасибо. Спасибо, Фиряешь, пока.